Число детей дошкольного возраста в нашем городе составляет 2500. Это дети от 0 до 7 лет. Из них меньше половины посещают детские сады. Картина вот с вводом новых объектов будет выглядеть следующим образом. С вводом детского сада на 240 мест будут предоставлены 172 места. Почему 172? Потому что это не новый объект в части вот организационно-правовой формы. Это детский сад «Светлячок», в котором две группы сохранены для того, чтобы сохранить это учреждение как юридическое лицо, и занимаются они сегодня в детском саду «Радость». При открытии детского сада на 240 мест очередь детей в нашем городе уменьшится на 16% и составит уже 868 человек. Далее с вводом дошкольного учреждения в 13 микрорайоне очередность сократится на 14% и составит 703 человека. Также планируется в четвертом квартале 2013 года сдать детский сад на 330 мест в 9 микрорайоне. По указу президента, который вышел в мае 2012 года, все субъекты и муниципалитеты, соответственно, обязаны обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях до 2015 года детей от 3 до 7 лет. А пока детские сады строятся, Татьяна Степыгина просила откликнуться предпринимателей и представителей категории «многодетные семьи». Именно на них возлагает надежды руководство региона. Предпринимателям, которые откроют частные детские сады, выдадут субсидию в размере 600 тысяч рублей. Прием заявок начнется в апреле. Что касается семейных групп, то их рекомендуют создавать на базе многодетных семейств. Мама будет работать в качестве воспитателя, за нее будут перечислять средства в пенсионный фонд. Семейные группы закон дозволяет устраивать в квартирах и коттеджах. Понятно, что все полностью дети не будут обеспечены детскими садами, потому что просто их не хватит, если на сегодняшний момент в очереди стоит 1400 человек. Надеемся, что по указу президента, к 2015 году ликвидировать очередь. Для того, чтобы было видно, как реализуется указ президента, специалисты Губкинского управления образования ежемесячно предоставляют отчеты в департамент округа. И если не будет форс-мажорных обстоятельств при сдаче дошкольных учреждений, то к 2015 году проблема посещения детского сада детей от 3 до 7 лет будет решена. Дмитрий Самойленко, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.